Не самая большая взятка обернулась для начальника отряда 6-й колонии уголовным делом. По версии следствия, сотрудник в феврале этого года получил от некого гражданина 7,5 тысяч рублей за передачу заключенным мобильных телефонов. По некоторым данным, подобную услугу работник колонии оказывал неоднократно и всякий раз получал за это деньги. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.